Китайским чиновникам запрещают пользоваться техникой Apple, в чем причина? Ряд китайских государственных компаний и ведомств начали запрещать своим сотрудникам пользоваться на работе техникой Apple и Samsung. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Bloomberg. По словам источников, знакомых с вопросом, несколько государственных фирм и правительственных ведомств как минимум в 8 провинциях в течение последнего месяца дали указание своим сотрудникам использовать смартфоны и другую мобильную технику китайских производителей. Новая кампания по отказу от техники Apple совпала с ростом популярности продукции китайского производителя Huawei. По данным источников, администрация Си Цзиньпина приняла решение расширить запрет на использование иностранных устройств, чтобы попытаться сократить утечку секретных данных. Кроме того, в декабре множество небольших фирм и организаций издали свои собственные устные директивы о запрете техники Apple, что свидетельствует о новом, более широком движении о запрете американских устройств в Китае. Правительство Китая ранее опровергло сообщение об ограничениях на использование iPhone. Китай не издавал законов и постановлений, запрещающих покупку телефонов Apple или иностранных брендов, заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин во время пресс-брифинга. Пока не ясен масштаб запретов в разных провинциях, однако в совокупности они представляют собой серьезную проблему для Samsung и Apple, которые изо всех сил пытаются поддерживать рост продаж на ключевом рынке. Ранее сообщалось, что Apple планирует резко увеличить производство iPhone в Индии на фоне сложностей с производством в Китае. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Telegram.